Глава 4. Творение. Шута сказал: «Выслушав речь сына Вьясы, царственный отшельник погрузился в раздумье о Кришне, коего мудрец определил душой мироздания и причиною всех причин. Все, что некогда составляло жизнь, наружность, друзья, жены, дети, животные, жилище, казна, обязанности, и казалось столь важным, в один миг для Парикшита исчезло в небытии. Парикшит и прежде, в пору своего царствия, ставил угождение Кришне превыше собственных удовольствий и благополучия семьи. Теперь же, когда смерть приоткрыла ему свой зловещий лик, дела мира вовсе сделались ему постылы. В нем с новой силой вспыхнуло влечение к господину его сердца. Прервав раздумья, государь молвил: «Все, что ты изрек, о мудрец, сущая правда. С каждым словом твоим о Господе Боге рассеивается пелена моего неведения. Воистину, безгранично могущество того, кто сотворил все сущее. Непостижимо оно даже для управителей вселенной. Все же я хочу знать, посредством каких сил он, первое существо, создает зримый мир. Как он поддерживает здание бытия и как разрушает снова и снова? В какие личины он облачается для осуществления своего промысла и из каких стихий сооружает зримое разнообразие? Хитры и диковинны пути величайшего лицедея. Возможно ли узреть исполнителя в действующих лицах? Я прошу тебя раскрыть эти тайны, ибо ты способен видеть за пределы тлена. Как, оставаясь одним и тем же, Всевышний одновременно имеет разные обличия? Как неизменный меняет свои качества? Как действует он, оставаясь неподвижным? К тебе, Шука, я обращаюсь за разрешением своих вопросов, ибо знание о запредельной действительности ты почерпнул не умозрительно, но из собственного опыта». Сута продолжал: «Прежде чем поведать о свойствах того, кто не имеет свершившегося образа, Шука обратил мысли свои к опыту соприкосновения с запредельной действительностью». Блаженный Шука отвечал: «Я в почтении склоняюсь перед Всевышним, кто ради сотворения, сохранения и уничтожения мира точно лицедей принимает три обличия. Он един и неделим, и он в каждой частице бытия. Пред ним, заступником кротких и усмирителем надменных, я покорно склоняю голову. Являя собою высшую истину, он дарует всякому совместно по заслугам его и по мольбе. Я склоняюсь пред главою семейства Яду, несравненным и недостижимым Кришною, кто, обладая всеми достояниями вечного несотворенного мира, нисходит в бренное мироздание, дабы властвовать в нем. Я склоняюсь пред Кришною, кто есть безусловное благо,
кого бы душа не прославляла, кого бы не искала, о ком бы не вопрошала, кому бы не молилась, она славит, ищет, жаждет слышать, помнит, молится о спасении и преклоняется пред Кришною, неотразимою красотою. Я склоняюсь пред Кришною, кто есть безусловное благо. Лишь в плену его чар, отринув все на свете, душа обретает подлинную немыслимую свободу. Я склоняюсь пред Кришною, кто есть высшее благо. Все, чего добиваются подвижники, отшельники, благодетели рода человеческого, мудрецы, богословы, праведники и служители искусств, представляется мне совершенно убогим в сравнении со счастьем служить Кришне, безусловной красоте. Я склоняюсь к стопам Кришны, чьей милостью всякий народ и племя, кираты, хуны, антхры, пулинды, пулкаши, абхиры, шумбхи, яваны, кхасы и даже дикари, погрязшие во грехе, могут обрести вожделенное спасение. Кришна – красота, собственно, лично, живет в сердце всего живого. Он – божество подлинно свободных. Его красоту воспевают священные предания. Ради него приносятся жертвы и терпятся лишения. Красоте молятся Творец и Разрушитель Вселенной, Брахма и Шива. Ради красоты мир созидается и разрушается. Всякий, кто бежит от лжи и притворства, неизбежно находит красоту неотразимого Кришну. Я с трепетом и благоговением склоняюсь к стопам моего Господа и молю Его о милости быть Его рабом. Пусть будет добр ко мне мой владыка, хранитель преданных ему душ. Слава царей Яду, Анхаков и Вришни. Обладатель высшей власти, супруг богини удачи, душа жизни, повелитель сотворенного и несотворенного миров, сошедший на землю Кришна, пленящий разум свободных и правообладатель всех жертв. В служении Ему, неотразимой красоте, душа стяжает подлинную свободу. Его истинный, чарующий облик созерцают лишь безропотные рабы Его. Ученые же, служители истины, видят Его лишь таким, каким представляют Его себе. Даст милостивиться надо мною мой Господь и примет меня подле себя верным рабом своим. Даст милостивиться надо мною мой Господь, побудивший перворожденного Брахму творить, когда явил себя его взору. Да одарит меня милостью мой Господь, сошедший с уст Творца и ставший мудростью священных преданий, да призовет меня к себе своим слугою. Пусть прекрасный Господь мой, вдохнувший жизнью вплоть о 16 безжизненных стихий, вдохнет красоту в мои слова, дабы были они не пустым сотрясанием неба. Я склоняюсь в почтении пред мудрым Вьясою, кто явил здешнему миру послание Кришны. Милостью моего родителя рабы Божьи способны испить мед, сочащийся с уст их возлюбленного Господина. Песнь безусловной красоты, что я поведаю тебе, впервые услышал перворожденный Брахма в сердце своем,
и в восторге изрек ее своему сыну, неутомимому скитальцу Нараде.